Вы на канале Angel Planet. Расклады для тех, кто ищет себя, ищет развитие, душевного, духовного развития. Расклад называется «Как на вас влияют люди, как на вас влияет общество». Пока делаю расклад, не забудь поставить лайк и подписаться. Многие люди заставляют вас унывать. Вы, может быть, с ними дружили, но вы видите, что они, пока вы вместе гуляли, тусили, мечтали об одном, но это не сделали. Может быть, это в какой-то такой тусовочной пьяной компании. Они говорили, тут я стану бизнесменом, тут я открою дело. В результате прошло много лет, они ничего не открыли, они не изменились. Они сидят в тех же самых телах и хотят результата. Другого результата, не такого, как сейчас. А это значит, надо измениться. Но все это время, оказывается, они прокрастинировали. Вы в них верили. Тут вопрос еще к вам. А вы как? Вы готовы были меняться? Может быть, вы тоже с их точки зрения не изменились. Но если вы именно тот человек, который ищет развитие, развитие своей души, то, возможно, как раз начать себя стоит, чтобы измениться, чтобы в вашей жизни все изменилось в другом теле, другим состоянием. Да, вы меняете свое тело, работаете над собой, меняете свои состояния и достигаете других результатов, других успехов. И вы как бы вот, возможно, застряли в этой прокрастинации людей. Они как бы ваше время забрали. Пока вы слушали, о чем они мечтали, вы, может быть, не мечтали о чем-то своем или верили в них. Или не делали что-то своего. Вы это время как бы потратили на них. Вы это время свое, пока слушали об их достижениях, в них же и инвестировали. И в том же самом теле, с тем же самым характером невозможно добиться результата. Вы это видите сами. Тогда вам есть рекомендация. Работать над собой, меняться, работать над телом, работать над душой, в здоровом теле, здоровый дух, развиваться. Измените себя, начнете себя, измените мир. И, может быть, именно вы покажете своим примером изменения, и их вовлечете, и они тоже будут меняться благодаря вам. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши. Принимаю с благодарностью, а я жду вас на личных раскладах и консультациях.